Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас снова моду на предсет. Короче, сегодня мы будем смотреть на обновление Hello Neighbor Old Days. Вышло обновление, на самом деле вышло уже довольно-таки давно, вышла вторая демка. И пришло время ее показать, давайте выберем. Короче, добавили два новых дома. Давайте найдем ее сейчас. Вот здесь. Был такой маленький дом там в начале. В первой серии, две серии проходили. Первый дом был такой маленький, со старым стилем мод, кстати. А второй дом такой в темное время суток и огромный очень дом. Долго проходили. И вот вышло еще два новых дома. Но они поменьше размером. Так, выбираем Chapter 3 Intro. И нажимаем начать игру с модификациями. Короче, этот мод очень необычным способом пришлось установить. Автор этого мода сказал, что вот эта демка, которая загружается с того сайта, где выкладываются все моды, в модките через Unreal Redactor не запускается. Но я это не проверял. Он сказал, что не запускается. И в Steam ее не распространяли. Я тогда возникся вопросом, а как ее устанавливать тогда? Короче, автор мне сказал очень таким необычным способом установить. Вот ранняя демка, которую мы играли до этого, нужно установить в Steam. И нужно скачать с того сайта мод B. Я не помню, как он там точно называется, но там все моды на Hello Neighbor можно найти. И в папку с игрой, со стимовской версией Hello Neighbor, запихать туда в папку, короче, с этим модом. Где лежат моды на Hello Neighbor в стиме, я показывал в видео, что делать, как исправить, если мод в стиме не работает. Короче говоря, мы видим дом. Этот дом является ремейком одного из домов ранних наработок, набросков при создании еще первого Hello Neighbor, еще до релиза преальфы. Люблю такие моды тоже, где пытаются что-то старое реализовать. Этот дом закрыт, все досками забито. Вроде бы он даже пустой. Ну и наш дом. Наш дом какой-то свой такой. Побольше такой. Так, замок. И только вот очень темно. Так, ломик. Вот он. Ага, вот ключ. Короче, я уже, кстати, знаю, как проходить первый дом. А вот второй дом, как проходить, не знаю. Сейчас, короче, поймете все. Как темно, вот. Надо автору этого мода посветлее сделать. Очень темно. Вообще плохо видно. Давайте осмотрим наш дом. Ну, типа кухонка, дом пустоватенький пока. Как всегда, старый стиль рисовки у нас. Ну и, собственно говоря, спальня. Ждем загрузку. Короче говоря, да, не тот дом, который мы с вами только что видели. Теперь мы будем проходить сейчас вот этот дом. Этот дом
Это ремейк другого наброска дома на Hello Neighbor. Так называемая, еще ее называли Альфа 05. Короче, это ремейк того дома, и это тоже очень круто. Ремейки набросков — это тоже реально очень интересно. Короче, что у нас тут записки? Я входил в этот дом неделю назад. Давайте вот сюда присядем, что-то видно плохо. Блин, из-за тени только хуже стало видно. Крипенис, это я не знаю, что. Каждую ночь в 3 часа... Что-то там этаж всегда... Как плохо видно, а? Вот так лучше. Что-то там какой-то зеленый свет. Наверное. Короче, надо... Не сильно шарю в английском, но вон там действительно зеленый свет горит. И нашему герою интересно узнать, что там находится. Но, в принципе, на самом деле нам надо также пробраться в подвал. Короче, я уже знаю, как проходить вот этот дом. Первый вот этот тут. А вот следующий дом не знаю, как проходить. Вот этот знаю. Довелось просто. У нас тут гости были. Какое сегодня, кстати, какое число? 18 сегодня. Но видео выйдет 19-го. Я заранее записываю, чтобы утром видео выходили. Были, короче, гости 2 января. И я им там показывал, что вот смотрите, какие на Hello Neighbor моды крутые есть. Ну и вот и довелось показать. Вот поиграли, и в итоге я понял, как этот мод уже проходится. Ну я, правда, я могу уже забыть что-то, конечно. Не уверен, что полностью помню. Но попробуем. Короче, да, это реальный ремейк того дома, одного из скриншотов тех. А, кстати, давайте наш дом осмотрим. Он теперь пополнился говном всяким. Шкафчик, кухонка, пожалуйста, вон. Только вот темновато тут очень, вот реально темный какой-то мод. Но прикольный все равно. Здесь, по-моему, дверь была. Да, здесь дверь, но без фонаря мы вряд ли что-то увидим. Или без теней, вот так. Вот так попроще будет разглядеть, что. Здесь ничего нету. Ну и, соответственно, спаленка такая вот. Все очень красиво, конечно. Три звуковые дорожки аж. Так, ладно, давайте. Ну и ванна. Дом осмотрели. Теперь... Дом соседа пора смотреть. Давайте пока назад все поставим. Так, сосед у нас в этом моде, я напомню, такой вот более страшный. Во-первых, более быстрый. Очень прям быстрый, я бы сказал. И во-вторых, звуки у него как в Альфе 1 во время погони. Так, давайте с задней стороны дома смотрим. Капец, как же тут темно, а ничего просто не видно. Ну ладно, давайте осмотрим дом. Но заходить туда стрёмно. Потому что сосед реально очень страшный. Короче говоря, это... Он в туалете был. Короче, мы видим ту картину с улицей, которую мы видели в Альфа 1. Лопата. Лопата, не помню, нужна нам или нет, но давайте возьмем. Гаечный ключ тоже. Короче, надо найти ключ.
от замка и этот ломик. Блин, фонарик бы не помешало найти. В доме главного героя фонарика нету. Блин, вот это хороший мод. Вот прям реально страшно. Сосед этого. Заснул. Ничего вообще не видно. Вот ничего просто не видно. Дайте мне это графику опять. Я ничего просто не вижу. Где выключатель света, ё-моё? Похоже, он на третьем этаже. На третьем этаже он, да, так что пока туда не полезем. А, вот он, фонарь, ё-моё. Так, давайте обратно все выкрутим. Так. Сосед, если что, видит, кстати, фонарик игрока, когда он включен. Здесь тоже ничего нет. Опа! И где он? Все, потерял. Короче, здесь все те три же самые музыки из Альфа 1. Ну, вы помните, наверное, если видели предыдущие части по этому моду. Да ё-моё! Капец, тут сосед очень быстрый. И, кстати... Сильного броска нету, по-моему. Да, сильного броска нету в этом моде. И кидание предметов на соседней, на этом соседе не срабатывает. Капкан поставил, вот собака. Как бы в дом к нему залезть, он же там. Камера, блин. Ой. Где он? Так, надеюсь, он меня тут не найдет. Звуки камеры, как в Альфе, ой, это в Преальфе. То есть такой же самый звук, как при запикивании матов обычно. Как этот звук точно называется, я не помню, но я видел название его. Ого, вот это скорость у него, блин. Я прям слышу, он тут рядом. Вот это реально страшный мод. Вот такие моды вот прям реально очень хороши. Реально очень напоминают при Альфу, Альфу 1 там. Судя по звуку, он тут, здесь на третьем этаже ходит. Так что лучше не вылезать, наверное, пока. Да он тут, в этой комнате, по-моему, даже находится. Красный ключ, короче, надо найти. Там была дверь закрытая. Одна. Вот он пробежал сейчас.
Твою ж мать, а! Так и знал, что тут камера сейчас будет. И, кстати, нету этого эффекта. Отсутствует этот самый эффект, когда сосед приближается. Тоже очень напоминает при Альфу и Альфу 1, потому что там его не было. Снял камеру. Надеюсь, сосед не поставит еще одну. Я уж думал, он застрянет сейчас. Короче, тут закрытая дверь, и она не открывается. Вот здесь вот под окном трубы находятся. Здесь он меня тут не заметит. И там, короче, надо прыгнуть на крышу. Вот это вот я помню. Тут очень нужно прыгнуть на крышу. А еще, кстати, нужна какая-то коробка или телевизор, например. Вот ее возьмем. Фонарик. Фонарик тут нужен, потому что без фонаря очень плохо что видно тут вообще. Вот сюда надо. Блин! Нет, слушайте, давайте сделаем так. Я не хочу снова туда залезать и все это проходить. Извиняюсь за читерство, но, блин, сосед тут жесткий прям вообще. Но сюда можно допрыгнуть, оттуда реально. Я уже это делал. Короче, вот этот красный ключ. Так, и вот сюда надо что-то подставить, потому что так просто сюда не запрыгнуть. Ну-ка. Вышиби окно. Ключик от подвала, вот он. Вообще, сосед, по-моему, застрял там. От чего зеленый свет этот, я так и не... А, от лампочки от этой. А ее выкрутить нельзя? А, я уже потерял возможность такую, потому что... А хотя, может быть... Вот это вот интересно просто, можно ли лампочку эту выкрутить? Еще одну коробку давайте поставим и посмотрим. Ну-ка давайте. Опа. Не, скорее всего, нельзя. Да и пофигу. Я сосед, короче, застрял там, по-моему. Сосед у нас подобным образом уже застревал в других комнатах. Эта дверь закрыта на тот самый замок. И ключа от этой двери, по-моему, нету. Я не находил. Да влезай ты туда, ё-моё. Проверим сейчас. Да. Надо умудриться еще как-то пройти это.
Он в диване, да, застрял. Но надо еще к той красной двери еще подобраться, умудриться. Надо его как-то отвлечь. Давайте, например, вот так. Только вот там у него эти сигналки стоят. Это вообще жесть. А тут щиток есть где-нибудь? С электричеством. А, вот он. Чтобы камеру отрубить. Только, конечно, будет дико темно. Я понимаю. Блин, он его включил. Не знаю, как он его, правда, включил прямо сразу оттуда, со второго этажа. Но он включил его, действительно. Ну-ка, 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 ну-ка. Проверим, проверим. У него там камер-то полно, блин, стоит. Давайте еще раз попробуем отрубить. Или подождите. Оно отключено. Камеры без него, что ли, работать могут? Если они без электричества работают, то какой тогда смысл в этом щитке вообще? Да твою же налево, а? Как бы пройти мимо него, а? Да в смысле? Я ничего еще не сделал. Подберемся поближе. На второй этаж пошел. Вроде бы. Ветер, короче, слышен. О, беда. Бежим. Так. Кинуть что-то надо в окно с другой стороны и отвлечь его. Так вот, мимо него пробежать и убежать туда не получится. Сосед бегает быстрее главного героя. Догонит. 100%. Так, вот окно, кидать в окно со второго этажа не вариант. О, блин, вот это... Я думал, он на третий этаж пойдет, он меня засек. Да, я никуда не подошел. Он на фонарик реагирует. Так, а, вот что я придумал. Вот, вот, как мы сделаем. Будильник, мне нужен будильник. Заманиваю его на задний двор. Надеюсь, он на будильнике реагирует. В оригинальном Hello Neighbor, потому что убрали... У соседа отключили возможности реагировать на будильники и на телевизоры. Это глупо, я считаю, сделано было.
Да твою же налево! Да блин, он сработал слишком рано. Сосед теперь уже не пойдет на него. Потому что он нас заметил уже. Блин, томительно немного получается. Мы никак не можем попасть на второй этаж, потому что сосед очень жесткий тут прям вообще. Будильник. Да блин! Как он заметил-то меня? В смысле? Блин, они не в эту сторону открывается. Капец. Это сложно. Это реально сложно проходить. Я не понимаю, как он меня там-то заметил. Он что-то сквозь стены, что ли, видит? Жестко, 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 жестко. Да, за это время он там по-любому уже 500 камер, блин, успел понаставить. Есть! Забрал! 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 Отлично! Отлично! Я забрал ключ... Ой, этот, ломик. Молоток, точнее. О, блин, я уже думал, никогда туда не пройду, блин. Теперь надо это... Дождаться, когда он уйдет. Обратно на второй этаж и открывать подвал. Да блин. Слишком много досок поназабил. Капкан поставил, вот собака. Да блин. Куда он пошел? Он что, на стекло на разбитое, что ли, среагировал? На мое стекло, блин.
Так, я не понял, а почему я не могу посмотреть замочную скважину? Забаговалась дверь, что ли? Твою ж мать! Наконец-то. Да, мы видим то же самое, что в Альфе 1 видели. Но он также закрывает дверь, не дает нам попасть и закапывает. Такая же концовка, как в Альфе 1. И та же самая улица, что и в Альфе 1. Но эту улицу мы в катсцене там видели. И, собственно, тут она, правда, как-то коряво немного выглядит, потому что там чернота возле нее. Видимо, типа... Видимо, это типа просто картина светящаяся стоит. Так, и вот это второй дом. Вот его как проходить, я уже не знаю. Будем в следующей серии его проходить. Фух, вот этот дом много времени занял, потому что сосед очень жесткий тип все-таки в этом моде. Ну, а на сегодня все. С вас, лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал, спать в ВКонтакте. Этот дом уже, кстати. Этот дом, который мы видели в начале, он был тогда сначала забит, а теперь он функционален, теперь надо пробираться в него. Он больше, я думаю, он будет интереснее. Так что всем...